Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Фрогджина. Новые. Всем привет. Загружай. Можно найти его из танка. Начинаем. Ауси. А это что за мини-машинка наблюдает за тем, как мы снимаем видео? Надо ее уничтожить. Глючи. Лагай. А где танк? Он настолько маленький, что ли? Нет, просто Вики. Постройка Вика. Блин, чего и там глючи. Надо подождать. Да, это что-то пахнет. Да. О, наконец-то твоя постройка грузится. Это что за фон? Ну, хотя бы трава меня. А, ладно. Забираю свои слова обратно. Меня трава победила. Да. Я не могу пройти сквозь траву, как будто она из металла. Вика. Ладно. А тут можно пройти. Там нельзя. Так. Вот танчик. Каким-то флагом. Из-за танка буду лагать. Ну, вот понятно, у него тут гусеницы и портал. Вниз, а там камера. Я пойду вниз. А. Нельзя. Тут две кнопки. Какую нажать? Нет, сейчас, не нажимай, сейчас. Я хочу. Все, я нажал. Ой, блин. Это уже не танк, а ПТСАУ какой-то. Ладно. А, наверное, нельзя было на синюю кнопку нажимать. Бедный, в бездну упал. Стоп, в смысле? Нет, нет. Надо заново загрузить. Я успел выбежать из этой коробки. Чё твой танк быстро разломался? О, и машин. Давай, нажал. Ща. Нажимаю на синюю. На синюю. Всё, танк готов. А как на нем ехать? Нажми на рычаг сверху. Нажал. Тебе включилась камера? А, всё. Да. Дивись, если зажати Q и E, ты будешь ехать вперед. Если ID, то назад. Ясно. Короче, едет как танк, у него есть гусеницы, и он красивый. И если нажати на Z и X, то это пушку вниз вверх. Ну, так, Z и X поднимает, опускает пушку. Еще чуть. Если нажати на B и на V вроде бы, то где башня поворачивает. Все, я все понял. Вот я научился им управлять. А, ехали. Ой, а чё гусеница сломалась? Ладно, давай смотри что-нибудь другое. Ой, стой, это что такое? Да. Это как бы так не должно быть, я думаю. Ну, ладно. Да. Ёлки летают в небе, трава растет они на воздухе. Растут. Что теперь? Сейчас, так, можно самолет, в принципе, загрузить. Самолет на том же фоне. Круто, много разном. А, тот же танк. Я не то загрузил. То есть самолет, а как он летает? Ракету надо ставить. Теперь будем смотреть этот круглый самолет. Он кривый спереди, чуть-чуть. Ай, блин. Ого, я перевернул. Что это за кнопка такая? Конструктор. Круто. Ладно, собираем. Дай полетать. Тут он был, то кнопочек. Сейчас откроется. Залезу. Ого, там, это просто кресло. Мне показалось, так много деталей. Полетели. Как летать? Я сяду. Не успеешь. Ладно, успею. Успею. Так. Летать на этой лаг-машине. Это не лаг-машина. Здесь какие-то геймпады. А, стоп, я и так же летаю. Я же летаю, зачем мне? Дивись на Z, X, T, C двигатели. Если нажать на V, то будет супердвигатель. Что? Если нажать на, вроде бы, на Q, чи на E, то ты фиксин складываешь. Ну, теперь. Я что-то не понял. Нажми на E. Ой, не на E, а на Q, вроде бы. Нажал. Зажми. Ладно, я катапультируюсь отсюда. На, забираю свой самолет, который улетел в стену. Там тоже сложное управление. Пошли лучше на базу. Пошли. Ну, у самолета есть внешний вид. Он может сдвигать шасси, раздвигать шасси. Кнопку нажимай, верху открывай. Что как-то медленно открывается вот эта передняя часть. Я не могу сесть на стул. Надо люк закрыть. Нет. А как я залезу? Я же управлять им должен. Я вроде бы летать сейчас буду. Наверное. Ну дай мне. Не получается. А, давай. Полетели. Как летать? Я забыл. На Z, X и на C. Z. Полетели отсюда. Теперь куда тыкать, чтобы бомбы бросать? Ты хочешь бомбы сбрасывать? Да. Нажми кейдап 7, або 4, або 1. Або все вместе. Кейпад какой? 7, або 4, або 1. Не понял. Короче, я нажму на все кейпады, которые тут существуют. Окей. Okay. Бросим бомбы на этот мини-островок. Ой. Блин! Ты нажал
Ты нажал на кейпад 8. Я типа думал, что все это просто отпустит ракеты, а не взорвет их. Хотя нас тоже подорвало. Нет, это же был их отпусты. Ну что здесь взорвалось? Непонятно что. Ну все, мы улетаем. Я летаю. А, стоп, ты не со мной был? Ладно. Я давай на дальше. Вот там два. О, тут есть вода. Цвет не похож, только немного. Че, не похож? Может, даже Ханков не попал, может быть. Посмотришь. О! Короче, тут идет вода, вот так. Она заходит сюда, таинственным образом испаряется вон, вот на том месте. Потом она таинственно появляется. Тут есть какой-то плот, на котором можно плавать. Давай, везде тут проходит вода, она окружает дом и скоро затопит его. Ладно, тихотворение от уха. Расфиксируй все это. Был дом. Была вода, была шлюпка, была магия, которая окружала этот дом, из-за которой как-то странно его дико ломается, то, что вода в одном моменте пропадает. Есть плот. Расфиксировал. Таинственным образом плот как-то слишком быстро умеет плавать. Я тону, но мне не больно. Врезаю своей головой об стену, мне тоже не больно. Ага, нормально. Бедный. Логика игры. Что творится? Моя голова плавает, а я все еще живой. А лишь одна магия. Я врезался в бетон своей головой. Моя голова в песке, у акул, у рыб, у пираний. Но мне не больно. Ладно, я пошел. Пусть этот безумный плод продолжит творить магию. Да. Я залезу по забору, по которому невозможно залезть. О, там что-то было написано. Ничего. Было. Тут везде деревья прикольные, кроме одного. Вот это не прикольное. Дальше, тут везде есть камушки. Это что такое, блоки? А, типа, дверь не открывается? Нет. Как-то странно. А, звонок. Сейчас, погоди, звук Роблокса помолчи. Звонок. Стой, позвони мне в дом. Кто там? Пиццы нету. Можете идти. Вот на улице. О, сработало. Пойду пиццу кушать. А я тоже хочу. Стой, на улицу выйди, там цветочек, там пицца еще. Да. Всё, можешь заходить. Уже не зайдешь. Сиди там. Я пойду всю пиццу съем. Пока. Кто? Хочешь фокус? Давай, фокус. А, через окно залез. Ладно. Значит, будем вместе. А где пицца-то? Да, подожди. Всё. Пиццы-то нет. А я сделаю пиццу за 5 секунд. Полочка упала. Ну ладно. Ого, яка пицца валит. Пицца. Много. Так, тут есть кухня, в которой нету духовки. Да. Ты что, все из магазина? Тут стульчик, на котором нельзя сидеть. Как обидеть. О, ягоды. Включается, выключается свет. Комната. А, это ванна. Ясно, все. Почему на стуле нельзя сидеть, а на унитазе можно? Можно. А, тут тоже можно. Я не понял, почему на этом нельзя. А, ну теперь будет можно. Ладно, пошли на второй этаж. Стеклянное все такое. Тут у нас полочки, балкон. Ой. Много чего всякого. Конечно, сам дом. О, люстра упала. Где? Ну ладно. В смысле? Антон. А, ну что там? Холодно будет? А-а-а, жарко! Горячая вода! Ухо тоже. Ай, за что? Конструктор чая. Оно задвигается, а вон еще. Обалденно. Тут дорога, везде елки, и тут баки. Ладно, пошли дальше. О, здрасте, акации, что хотел. Не было лень строить внутри, я. О, я залез куда-то. О, а тут трава. Внутри пусто, даже капуста не вырос. Стекло зайти нельзя, а вентиляцию закрытую можно. Да. Нормально. Тут фиолетовый какой-то. Что это такое? Фиолетовая елка. Тут. Да. Здесь. Фиолетовый елка. О, там что-то написано. Аэр. По аэропорту. Вот сюда это приезжают сюда все машины. А сюда заходят люди, и внутри их встречает трава, которая берет с ним деньги. И потом они выходят через вентиляцию, чтобы попасть к аэропорту, где есть самолеты, которых там нету. Ладно, пошли на базу. Пошли. Сейчас я ресетчусь. Давай дальше. А ты показывал там корабль, я уже дострою. Воу-воу-воу, чего он так высоко? Корабли летать научились. Уже. Мне интересно, что если заморозить дым, то будет мороженый дым. Ладно, давай посмотрим корабль. Комнатка.
Поехали. Да. Поплыли, сейчас корабль упадет. Нормально. О, нет. Корабль плывет очень быстро. Да, 50, раз. Не знаю. Так, сейчас я сделаю, чтобы он ровно плыл куда-то. Вон туда. Начинаем смотреть. Так, тут есть лестницы. Дальше, я могу тут идти. О, тут есть комната. А в комнате телевизор. О, а вот ты. Так, дальше, тут есть труба. А кроме трубы что-нибудь есть? О. Нет. Ну, ладно. Лестница и все. Коробки, ну, и давайте их проверим. Ой. Во-во-во. Пожар. Пожар на корабле, тушить некому. А рядом же вода. Да. Если корабль сгорит, то мы все равно будем жить. А я уже все. Нет. Да. Ладно, все, я тоже тогда. У меня сейчас жетпак сгорит, и я упаду. А, он не сгорел. Ну ладно. Короче, в корабле, я не знаю, что поменялось. Внутри а я тебе показывал дорогу. Какую дорогу? Обычную. А дорога необычная, бывает, что ли? Нет, ты мне не показывал дорогу обычную.